Вслед за «Черной пятницей» наступил киберпонедельник – день тотальных скидок в интернет-магазинах. На фоне пандемии коронавируса популярность этого периода, знаменующего старт предпраздничного шопинга в США и Европе, растет. В первый же день сезона распродаж американцы совершили на 22% онлайн-покупок больше, чем в прошлом году, на сумму в 9 миллиардов долларов. От понедельника ждут очередных рекордов. Речь идет о новой норме. Уровень продаж нынешнего года мы планировали достичь не ранее, чем через 3 года. В нашей компании мы всегда верили в то, что развитие интернет-торговли может идти только в одном этом направлении. Мы ожидали роста онлайн-продаж, но никогда не думали, что увидим настолько высокие показатели. Мы очень этому рады. Страдают от головокружительных виртуальных успехов традиционные магазины. В «Черную пятницу» в США количество их посетителей упало аж на 52%. В Европе далеко не всем магазинам удалось и вовсе дотянуть до рождественских распродаж. Многие не пережили введенные на фоне пандемии ограничения.